Сегодня мы с вами будем делать вот такие замечательные бабочки. Для этого вам потребуется вот такой небольшой листочек бумаги. Складываем его уголками, разворачиваем и обратно складываем уголочек к уголочку. Оставайтесь с нами, в конце видео вас ждут замечательные конкурсы с призами. Переворачиваем и загибаем вот так. И обратно вот так. Так. Теперь нам нужно сделать, чтобы у нас получилась такая вот штучка. Треугольничек. Отгибаем уголочек и заглаживаем его в эту сторону и с этой стороны тоже. И вот так. Такая получилась у нас штучка. Это совсем еще пока не похоже на бабочку, но тем не менее бабочка это уже почти готова. Вот этот верхний уголочек нам нужно загнуть вниз. Вот видите, вот он здесь. Вот он. Загибаем вниз, и вот этот уголочек маленький еще раз загибаем вот так. Теперь складываем напополам, и наша бабочка уже готова. Смотрите, какая получилась красавица. Остается только ей немного расправить крылья, и она может отправляться в полет. Смотрите, вот. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал.